Всем привет! Меня зовут Алексей. Меня зовут Александра. И мы находимся сейчас в шоуруме глюкофонов «Иной драм» в городе Москва на улице Электрозаводская. Сегодня у нас обзор номер 6. И у нас сегодня в студии два глюкофона из города Брянск. Снова? Да, не опять, а снова. В чем же необычность этих двух инструментов? Как вы видите, они резные. На нем изображен такой вот красивый узор. Это лазерная резка, и в этом их необычность. Сегодня мы рассмотрим поближе эти инструменты. У нас в шоуруме их сейчас на данный момент две штуки. Один такого вот изумрудного цвета, а второй... Второй экземпляр у нас выполнен в технике обжига. И вот мы видим такой золотистый еще линия. Размер данных инструментов 30 сантиметров. Количество лепестков здесь 10. Они полукруглые и настроены эти оба глюкофона в настройке фа, диез, мажор. И я предлагаю послушать, как же звучат эти два глюкофона. Что ж, звучит неплохо. И самое интересное, как же звучат эти глюкофоны в импровизации, и мы с Александрой сыграем сразу на двух инструментах для вас. Хотя они в одной настройке, посмотрим, что же из этого получится. Я как будто перенес сейчас какую-то волшебную сказку. Да, потрясающий звук, потрясающее впечатление от совместной игры. Такая синергия. Что-то мне напомнило это даже сказку «Тысяча и одна ночь». Что же можно сказать по этим инструментам? Очень качественная работа, классное исполнение. Кстати, внутри вы найдете вот такие вот вкладыши. Здесь будет написано ноты, чтобы вы, как говорится, не заблудились в гамме. Классное здесь изображение, как это называется. Это гравировка «Цветок жизни», судя по всему. И хотелось бы обратить внимание на толщину стали. Мне кажется, это тоже имеет значение в инструменте. А толщина стали здесь, так вот, на скидку, где-то 3,5 мм. Вот за счет этого инструмент звучит очень глубоко и, с другой стороны, звонко. Дорогие друзья, у нас настало время эксперта. Сейчас мы выслушаем мнение человека, которого зовут Николай Собакин, он же MC Овчарка, знаменитый рэпер зарубежный СНГ. Приглашаем его в студию под бурные аплодисменты. Привет. Ну что, здорово. Привет! Какие у вас микрофоны? Так, Николай, нам хочется узнать ваше мнение вот об этих чудо-инструментах. Ну, что могу сказать? Здесь гравировка «Цветок жизни» изображена. Настройка фа, диез, мажор. Часто у нас такие штаны. Давайте сыграем. Йоу! Здесь больше нет слов. Класс, да? Да, вообще супер. Товарищ. Спасибо, Николай. Это было действительно круто. А это было мнение MC Овчаркина. Я полностью не согласен. Инструменты действительно классные. Спасибо, что вы посмотрели вновь наш обзор. Вот на эти два чудо-инструмента замечательных. Оба они 30 сантиметров. Фа диез, мажор. Отличный подарок, либо приобретение себе. Кроме этих двух инструментов на нашем сайте вы можете найти еще бесконечное множество инструментов из города Брянск. Так что заходите, смотрите, выбирайте себе. Спасибо тебе, Александр, за то, что ты сегодня нам аккомпанировала. Спасибо вам. Ребята,
Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайк, колокольчик. Все, что нужно сделать, делайте. Также делитесь этим видео с друзьями. И пишите ваши комментарии. Нам очень интересно ваше мнение о, вообще о глюкофонах. Возможно, у вас появились какие-то вопросы, или вы хотите, например, может быть, даже сделать дуэт с MC-овчаркой. Мы только за. Всех вам благ, будьте здоровы и до новых встреч. Нормально? Перенес со сказки, блядь. Сказка тысяча одна ночь. У меня аж сердце схватило, блядь. Сейчас набор слов, блядь. Европа, Америка, СНГ. Просто набор слов, кстати говоря. Заслуженный рейтер стран Южной Америки. Нормально. Нормально, давай. Он же Собачкин. Я себя общаю. Ну, все Овчаркин, а фамилия Собачкин. Вообще МС Овчарка. Я говорю Овчарка. Давай, заново. Дуэль с МС Овчарка. Ты снимал, кстати? Да, снимал.